Я сейчас вас не запутаю. Я бы сделал такой по уголовному кодексу, не передать такую ситуацию. Значит, люди ищут провокацию на публике. Если они считают, что у меня просто много денег, то, понимаете, я хотел просто поставить. Я вот так скажу. Вот в эту фразу, вот так, как оно лично. Вот, хватит. Понимаете, я понимаю, что вы взрослые дела, товарищи.